Друзья, добрый день. Это отель Калимера Sierra Club. Находится он в Турции. Рейтинг на сайте Top Hotel 4.56. Друзья, добрый день. Сейчас мы возьмем отзыв у отдыхающих в отеле Калимера. Добрый день. Вы можете мне отзыв оставить о этом отеле? Можем, конечно. Отлично. Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Анжела. Анжела, как вам отдыхается? Как вам этот отель? Ну, в принципе, можно, конечно, но нужно понимать, кому сюда ехать. С детками, например, прекрасно. Молодежи, да. Скучновато будет? Разве что, если сами себя будут развлекать большой компанией. Понял, Анжела, спасибо. Как вас зовут, скажите, пожалуйста? Олег. Как, извините? Олег. Олег. Олег, очень приятно. Скажите, пожалуйста, как вам этот отель? С детьми хорошо. Есть еще мы какие-то? Были с детьми, так что нам понравилось. С детьми вам понравилось, все было комфортно. Как вам питание? Средненько. Средненько, ну нормально. Средненько. Голодными не будете, но и в то же время цена-качество. Пляж? Хороший, красивая водочка, прозрачная. Территория? Зеленая, отлично. С территорией, с пляжем, все. Номера? Ну, так есть себе. Есть лучше, есть хуже. Средний вариант номера, где все есть. Чисто, аккуратно, в принципе. Отлично. Не совсем удобные, может быть, матрасы на кроватях, а в целом. Ага. Анжела, Олег, спасибо большое за ваш отзыв. Хорошего вам отдыха. До свидания. Пожалуйста, до свидания. Викинг Туристик. Отдых покупают на viking.by. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был Лысинок Евгений. Викинг Туристик. Проверенное качество отдыха по выгодным ценам на viking.by.